стечение обстоятельств или умышленное причинение вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Восстановлением картины боя без правил в магазине на улице Александра Матросова вновь займутся эксперты, теперь уже с учетом записи камер видеонаблюдения. Такое решение промышленный суд вынес в четверг. Какие там телесные повреждения были, какие удары наносились, детально, конечно, покажут медики. Но это будет объективное рассмотрение дела. В видеозаписи все-таки просматривается действительно удар головой, именно левой частью, где и имелось телесное повреждение, об угол холодильной камеры. Родные погибшего Александра Филиппова, напротив, считают, смертельными оказались именно удары подсудимого Виталия Панкратова. Он еще вернулся после того, как он лежал, и опять же нанес удар ногой. Вот, из-за этого и повлекло смерть. Хочу справедливо развиться, чтоб подсудимый понес наказание соответствующее. Для всех это шок. Он этого не хотел, он раскаивается в этом. Но любая физическая, такая как материальная, даже поддержка, он всегда, пожалуйста. Как бы вот. У меня просто много ситуаций было, там то колесо проткнуло очень поздно. Мне кому позвонить, Виталий, это первый человек, который поможет. Точку в споре участников процесса поставит экспертиза. Если после проведения повторного исследования будут основания для переквалификации статьи на более тяжкую, дело вернут из суда на доследование. Тогда подсудимому может грозить не 7 лет лишения свободы. К 2 годам за причинение смерти по неосторожности приплюсуют неотбытое Панкратовым наказание за разбой и хранение оружия, а больше 15 лет заключения.